Со сцены словно веет тоской. Дело не в настроении музыкантов, а в тональности самих произведений. Репертуар фестиваля нынче особенный. В программе «Безумных дней» этого года в Екатеринбурге вы услышите очень много музыкально богатых произведений, в основном композиторов 20 века, которые сочиняли свои произведения в других странах, вдали от родины. И это та самая изюминка программы этого года. Это будут действительно три безумных дня. 600 исполнителей дадут в Екатеринбурге 111 концертов. Программа настолько плотная, что на выступление артистам отводится лишь 45 минут. Помимо скрипки, контрабаса и фортепиано, зрители услышат цимбалы – струнный ударный инструмент. Играть на нем можно как палочками с ватными наконечниками, так и ногтями. Правда, все не так просто. Сложновато играть аккорды. Есть свои, как на народных инструментах, так и на всех есть какие-то пассажи, можно сыграть быстрее, допустим, или там проще. А есть некоторые, которые очень сложные, потому что здесь, ну, большой логики наверху, допустим, нету. Среди участников много новичков. Так, если в прошлом году военный оркестр нашего округа лишь участвовал в открытии, то теперь они в программе. Артисты исполнят музыку белой эмиграции 20-х годов прошлого века. Безусловно, близка. Безусловно, потому что, допустим, если брать музыкальную эмблему вообще вооруженных сил, ассоциативного ряда музыкального, то «Прощание славянки» как никто другой, «Амурские волны» как никто другое произведение на сопках Маньчжурии не передают, собственно говоря, этого окраски, принадлежности и патриотизма нашей родине. Но уникальный репертуар – это еще не все. По словам организаторов, в том числе благодаря международному фестивалю в Екатеринбурге, в скором времени появится большой филармонический комплекс. На прежних площадках гостям уже тесно. Я думаю, что в сентябре будут объявлены результаты международного конкурса архитектурно на разработку концепции, художественной концепции, и который бы стал бы действительно вот таким центром и также этого фестиваля. Ожидается, что концерты будут проходить с аншлагом. Слушатели раскупили уже порядка 32 тысяч билетов. Помимо музыки, они смогут посмотреть документальные фильмы, поучиться петь и даже станут участниками любительского хора. Роман Сумин, Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.